средняя зарплата в 321 доллар позволила Молдове занять лишь 89-ю позицию в мире, в то время как в соседней Румынии оплата труда составляет 639 долларов, 54-е место рейтинга из 106 стран. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками. Согласно им, Молдова расположилась между Азербайджаном, Арменией, Руандой, а также Колумбией, Филиппинами и Индонезией. Соседняя Украина расположилась на 81-м месте со средней зарплатой в 350 долларов, а Россия – 68-я с зарплатой в 460 долларов. Первые места занимают Швейцария – почти 6 тысяч долларов, Люксембург – чуть более 4 тысяч, США – порядка 3,5 тысяч долларов. Хуже всего ситуация обстоит в Нигерии – 184 доллара, Уганде – 171 и на Кубе – всего 36 долларов.